несколько минут на Красной площади начнется военный парад, посвященный 55-й годовщине Великой Победы. 6000 военнослужащих разных родов и видов войск Московского гарнизона, а также 5000 ветеранов Великой Отечественной войны ждут боя кремлевских курантов. Ветераны Великой Отечественной войны принимали участие в параде Победы 5 лет назад в честь полувекового юбилея Победы в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Сегодня по брусчатке главной площади страны пройдут более 4000 ветеранов из Москвы и Подмосковья, 650 из регионов России. Еще 275 ветеранов будут представлять на параде 11 республик бывшего СССР, 15 фронтовиков из стран Балтии. В праздничном строю, как и 55 лет назад, все вместе – русские, белорусы, украинцы, казахи, узбеки, молдаване, латыши, литовцы, эстонцы, туркмены, таджики – впервые с 1994 года в Москву на празднование Дня Победы приехали 18 ветеранов из различных регионов Чеченской Республики. Они также примут участие в параде. Деньги на их проезд и проживание выделило правительство России. Полвека назад над Красной площадью развиваются боевые знамена частей, соединений и фронтов. Нынешний парад 127-й на Красной площади. Военной техники сегодня здесь не будет. Танкам, БТРам, артиллерийским и ракетным установкам не пройти через узкие Иверские ворота. На специально построенную трибуну поднимается президент Российской Федерации Владимир Путин. Он выступит с обращением к ветеранам войны, ко всем гражданам России в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне. Здесь же первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. На гостевых трибунах ветераны фронта и тыла, сотрудники иностранных посольств. Ветеранов с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. За последние 5 лет из жизни ушло 18 248 москвичей-фронтовиков. Верно! Для встречи слева! Накра! Фу! На Красной площади начался парад. В исполнении сводного военного оркестра Московского гарнизона под управлением главного военного дирижера Виктора Афанасьева звучит фанфара, специально написанная для парада войск композитором Николаем Самохваловым. По традиции на Красную площадь выносится легендарное Знамя Победы. Именно это алое полотнище весной 45-го возвестило всему миру о разгроме Третьего Рейха и завершении тяжелейшей войны. Перед взятием Берлина было изготовлено 9 знамен. Их раздали стрелковым соединениям, штурмовавшим город. Приказ был один – ворваться в Рейхстаг и укрепить знамя на его фронтоне. Это сумели сделать разведчики 150-й Иверской стрелковой дивизии Михаил Егоров и Мелитон Кантари.
30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут знамя под номером 5 стало символом победы и навечно вошло в историю. Легендарное знамя участвовало в историческом параде Победы 45-го года. Через 20 лет знамя по Красной площади пронес бывший командир полка Самсонов, а ассистентами у него были Егоров и Кантария. Теперь алый символ Победы вновь на главной площади страны. Знаменная группа состоит, проносит стяг через всю Красную площадь, от храма Василия Блаженного до исторического музея. Командир группы – капитан Василий Горбачев. Его отец – участник 10 парадов на Красной площади. А несет алый флаг ефрейтор Кокорин. Его дед участвовал в Великой Отечественной войне. Движение знаменной группы по Красной площади сопровождает марш Преображенского полка. Знаменосец Александр Кокорин и два его ассистента приближаются к историческому музею. Сегодня праздник Великой Победы. Это день славы и скорби по тем, кто так и не смог выбраться живым из тех раскаленных добела 4 лет, из тех 1418 дней и ночей, которые гигантскими жерновами перемалывали человеческие судьбы. Для многих из нас Великая Отечественная – это история, которую мы знаем из учебников и кинофильмов. Для ветеранов войны, для тех, кто в тылу сутками делал танки и самолеты, 55 – не просто цифра. Это то расстояние, которое их отделяет от победы, от их победы. И только они до конца знают, как смогли выстоять вопреки всему. Но даже и через эти 55 веет пороховой гарью, от которой разъедает глаза и наворачиваются слезы. Сегодня почти в каждой семье вспоминают родных и близких, тех, кто погиб, кто умер от ран уже после войны. Парад в переводе с латинского означает «смотр войск с прохождением их торжественным маршем». Парады проводились и в Древнем Египте, и в Риме. В российской армии парады получили распространение в конце 18 века. В Петербурге ежегодно проводились большие парады. Зимний – на Дворцовой площади, весенний – на Марсовом поле. Кроме того, ежегодно проходил летний парад в Красном селе. Первый парадный смотр частей Красной армии прошел 1 мая 18 года на Ходынском поле. После гражданской войны парады проводились регулярно. Вольно! Парад! Верно! Для встречи слева! Накра! У! Машина министра обороны Игоря Сергеева выезжает из Спасской башни. Маршал сегодня будет принимать праздничный парад. Командовать парадом поручено генерал-полковнику Игорю Пузанову, командующему войсками Московского военного округа. Маршал Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, войска Московского гарнизона, для парада во знаменовании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Пузанов. Министр обороны, маршал Российской Федерации Игорь Сергеев и командующий парадом генерал-полковник Игорь Пузанов начинают объезд войск. Сводный военный оркестр Московского гарнизона сопровождает объезд войск встречными маршами. Среди них есть и те, что звучали на Красной площади в июне 45 года. Сегодня площадь по-праздничному украшена, а брусчатка размечена в соответствии с требованиями проведения парадов. А
парадном строю 53 роты солдат, матросов, офицеров и курсантов. Все они напряженно готовились к параду. Тренировки начались еще 13 марта. До 31 марта велась одиночная строевая подготовка. С 1 по 19 апреля тренировались в составе рот и батальонов. Генеральная репетиция прошла 6 мая на Ходынском поле. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Среди ветеранов 3500 москвичей. Несмотря на возраст, а солдатам последнего фронтового набора исполнилось уже 72 года, они очень серьезно подходили к каждой репетиции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Для участия в параде ветеранам потребовалось пройти несколько медицинских комиссий и получить справки о том, что они могут без ущерба для здоровья тренироваться для торжественного марша по Красной площади. Для ветеранов сшили парадную одежду, для дам костюмы красного цвета, для мужчин – стального. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ветераны пройдут по Красной площади так называемыми отдельными парадными коробками, по принадлежности к фронтам, в составе которых они воевали. Мы увидим полки Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского фронта, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, сводный батальон ветеранов-моряков. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! В парадном строю цвет российской армии. Многие солдаты и офицеры воевали в Афганистане, принимали участие в контртеррористических операциях в Дагестане и Чеченской республике. Некоторые имеют ранения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Сейчас российская армия переживает непростой период реформирования. Уже завершены структурные преобразования в ракетных войсках стратегического назначения. Они воедино слиты с военно-космическими силами. Объединены противовоздушная оборона и военно-воздушные силы. По мнению военного командования, это позволило значительно повысить боеготовность войск. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Из
Изменена структура некоторых высших военно-учебных заведений. Их стало меньше, но качество подготовки военных специалистов улучшилось. Идут преобразования на флоте и в сухопутных войсках. В итоге Россия должна получить современную, хорошо вооруженную армию. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Маршал Сергеев, генерал-полковник Кузанов, объезжает войска на автомобилях ЗИЛ. Это машины 80-го года выпуска, сделаны специально для парадов. Собирали их исключительно вручную. Офицеры и водители утверждают, что за все это время автомобили ни разу не ломались. Во время движения стоять в машине довольно сложно, поэтому военачальники всегда держатся левой рукой за специальную ручку. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны и генерал Кузанов подъезжают к строю Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. В строю три героя России: подполковник Владимир Недобежкин, майоры Андрей Прибытков и Юрий Бучник. 163 офицера награждены орденами и медалями, 176 имеют опыт боевых действий и участие в миротворческих операциях. Победы в Великой Отечественной войне! Въезд войск завершен. Над Красной площадью звучит традиционное торжественное «Слався» Михаила Ивановича Глинки. Министр обороны Игорь Сергеев направляется к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину для доклада о готовности войск к торжественному маршу. Московского гарнизона для проведения парада, посвященного 55-й годовщине Великой Отечественной войны, готовы. Министр обороны, маршал Российской Федерации Сергей. Вольно! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, уважаемые ветераны, граждане России,
Поздравляю вас с 55-й годовщиной Великой Победы. С победой в войне, ставшей суровым испытанием нашей государственности. Испытанием народного духа. Сплоченности воинского товарищества. Приветствую солдат Великой Отечественной. Сегодня вы в одном строю с новым поколением защитников Родины. И вновь на исторической Красной площади, на площади, исхоженной ратниками разных времен, принявший парад 45-го. Дорогие фронтовики, с вами мы привыкли побеждать. Эта привычка вошла нам в кровь, стала залогом не только военных побед. Еще не раз она выручит в мирной жизни, поможет нашему поколению выстроить сильную, процветающую страну. Высоко поднимет российское знамя демократии и свободы. Наш народ прошел не одну войну, и потому мы знаем цену миру. Знаем, что мир — это прежде всего прочность экономики и благополучие людей. Они — основа внутренней и внешней силы России, ее обороноспособности и безопасности. И эту главную военную тайну мы передадим нашим детям. 55 лет — это большой срок. Но страна помнит о той войне все. Лишения и голод, бомбежки и смерть. Страшные цифры наших потерь. 9 мая вспоминают всех, кто не дожил до праздника Победы. Это наша непроходящая боль. И святой долг — уважать память отцов. Отцов, похороненных в родной земле и на полях сражений Европы. Наш народ отдал победе все. Мы помним не только подвиги бойцов. Честь и слава вам, героические труженики тыла. Низкий поклон всем, кто в лихолетие растил хлеб, делал снаряды, ставил на ноги раненых, кто терпел, верил и ждал. День Победы вместе с нами отмечают в государствах Содружества. И я сердечно приветствую ветеранов братских стран. Порох Победы и радость Победы у нас одна на всех. Мы вместе отстояли мир, не дали перекроить историю, защитили большую советскую родину, сохранили независимость нашей страны, внесли решающий вклад в победу над фашизмом. Сегодня вы снова в единой шеренге. В ваших руках славное знамя общей победы. С праздником вас, боевые братья и сестры! Слава солдатам той войны, отдавшим, создавшим прочное основание для будущих мирных побед. Они передали нам героическую традицию, завещали право отмечать сегодняшний праздник как свой собственный,
Мы у них в неоплатном долгу. И этот долг возвратим реальными делами во благо Родины. Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением тем, кто считает террор и насилие своим главным оружием. Уважаемые граждане России, наша армия была и навеки останется армией народа. Наш солдат добывает победу не только оружием, но и духом и волей своей. Они тверже металла. Они помогают выходить из любых испытаний, сохраняя совесть и честь. Сохраняя гордость, та наше прошлое и настоящее. За национальное достоинство державы. Так было, так есть и так будет. Слава солдатам Великой Отечественной! Слава народу победителю! Слава нашей армии, армии освободительницы! С праздником Победы! Ура! Звучит гимн Российской Федерации. Он сопровождается артиллерийским салютом. Ветераны Великой Отечественной войны, мирно! Торжественному маршу! По Красной площади печатают шаг солдаты с флажками на штыках. Это линейные. Они служат в батальоне почетного караула 154-го отдельного комендантского полка. Действия линейных как бы заводят весь механизм предстоящего торжественного марша. В числе линейных внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны. Рядовой Юрий Попов, старший сержант Мирон Гора, ефрейтор Алексей Зубрик и другие. Линейные останавливаются на помеченных кружками местах и, повернувшись лицом к параду, берут карабины на караул. Линейные становятся ориентирами для парадных полков. Впереди Знамени Победы в автомобиле едет генерал армии Владимир Говоров, председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Он сын знаменитого маршала Говорова, командующего Ленинградским фронтом. Легендарное Знамя Победы торжественно несет знаменная группа. За ней идут дважды герой Советского Союза генерал-полковник авиации Михаил Одинцов. На его счету 215 успешных боевых вылетов. Генерал-лейтенант авиации, дважды герой Советского Союза Виталий Попов и генерал-майор Иван Клочков, герой Советского Союза, участник штурма рейхканцелярии.
торжественном строю военачальники, участники Великой Отечественной войны. Среди них генерал армии Анатолий Иванович Грибков, адмирал флота Георгий Михайлович Егоров, генерал армии, герой Советского Союза, танкист, участник Московской и Сталинградской битвы Михаил Митрофанович Зайцев. Площади ветераны Карельского фронта. Этот фронт простирался от Баренцева моря до Ладожского озера. Вел ожесточенные бои в Заполярье, обеспечивал связь с союзниками на северных морских путях. В 1944 году войска фронта под командованием маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкого выбили фашистов из Заполярья, Карелии, освободили северную часть Норвегии. Командует полком генерал-полковник Дмитрий Круцких. Он участник финской войны, Великой Отечественной и войны с Японией. Получил 8 ранений. Сейчас Дмитрий Круцких – председатель комитета ветеранов Карельского фронта. В составе полка ветеранов – герой Советского Союза старший лейтенант Юрий Михайлович Сагайдачный. Войну начинал в составе московского ополчения. На парад приехал с ветеранской делегацией Украины. За штандартом Карельского фронта идет полковник Иван Лукич Кобец. Ветеран командовал разведротой, 18 раз ранен. Награжден орденом Отечественной войны, 2 орденами Красной Звезды. Среди ветеранов самого Северного фронта участник Берлинской операции генерал-майор Владимир Наумович Шмаров. Он также воевал в Прибалтике и Белоруссии. Гордо и четко шагают ветераны, несмотря на свой возраст. Перед трибунами проходит Ленинградский фронт. Командир полка генерал-майор Анатолий Георгиевич Афанасьев. В свое время он командовал 63-й гвардейской Красносельской дивизией. Звание Героя Советского Союза получил за штурм Выборга. Вместе с ним в строю дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Ефимович Мазуренко. Летчик-штурмовик, который совершил около 300 боевых вылетов. Алексей Ефимович – почетный гражданин Санкт-Петербурга. Герой Советского Союза генерал-лейтенант Борис Васильевич Белявский начинал войну заместителем командира взвода гвардейских минометов «Катюш». Войска Ленинградского фронта участвовали в 1941-1944 годах в битве за Ленинград, в Прибалтийской операции, в блокаде Курлянской группировки фашистов. В ходе 900-дневной блокады Ленинграда войска этого фронта сумели отразить все атаки гитлеровцев, а в январе 44-го перешли в наступление. Воины 1-го Прибалтийского фронта в ноябре 43-го года вели наступление на Витебско-Полоцком направлении. В декабре 43-го года провели Городоцкую операцию. В 44-м – Шауляйскую и Мемельскую операции. Участвовали в Витебско-Оршинской и Рижской операции. Блокировали и уничтожили немецко-фашистскую группировку в Курляндии. В 1945 году войска 1-го Прибалтийского фронта участвовали в ликвидации землянской группировки противника. С октября по ноябрь 43-го года фронтом командовал Андрей Иванович Еременко, а с ноября 43-го по февраль 45-го Иван Христофорович Баграмян. Сейчас впереди полка идет генерал-полковник Владимир Владимирович Мясников.
Командующим Третьим Белорусским фронтом был один из самых молодых советских генералов, дважды Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский. Во время проведения Восточно-Прусской операции его смертельно ранили. В апреле 45-го командовать фронтом поручили Ивану Христофоровичу Баграмяну. Соединение части 3-го Белорусского освобождали Витебск, Бобруйск, Вильнюс, восточные районы Польши. Впереди Иван Андреевич Слухай, председатель Московского комитета ветеранов войны. Он воевал в дивизиях ополчения, прошел всю войну и завершил ее в австрийских Альпах. В строю полка герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Петр Васильевич Базанов. Летчик-истребитель сбил 28 немецких самолетов, совершил более 360 боевых вылетов, провел 60 воздушных боев. А старший лейтенант Наталья Ивановна Распопова воевала в воздушно-десантных войсках под Вязьмой и Москвой. Она награждена 2 орденами и медалями. Ветеранами 2-го Белорусского фронта командует генерал-лейтенант Дмитрий Алексеевич Наливалкин. Он председатель комитета ветеранов 5-й ударной армии, заместитель председателя Московского комитета ветеранов войны. В парадном строю герой Советского Союза контр-адмирал Василий Аврамович Каневский. Он совершил кругосветное подводное плавание на атомной подводной лодке, за что и получил звезду героя. Рядом с ним герой Советского Союза полковник Александр Иванович Смирнов. Во время войны он летал на истребителях и сбил 30 самолетов противника. Иван Маркович Таран участвовал в Балатонской и Венской операции. Он кавалер Ордена Славы. Второй Белорусский фронт прославился в боях в Польше, Белоруссии. Участвовал в Берлинской операции. 6 мая бойцы фронта вышли на берега Эльбы, где встретились с войсками 2-й английской армии. Первый Белорусский фронт во взаимодействии с Первым Украинским брал Берлин. Фашисты сопротивлялись отчаянно, но под натиском двух фронтов устоять не смогли. Первым Белорусским командовали Константин Константинович Рокоссовский и Георгий Константинович Жуков. Последний руководил взятием Берлина. Сегодня на Красной площади полком ветеранов командует генерал-полковник Иван Иванович Тенищев. Он участник штурма Рейхстага и Зиэловских высот. В почетном строю участник Сталинградской и Курской битв, герой Советского Союза, полковник Георгий Антонович Кузнецов. Звание героя он получил за форсирование Днепра. Герой Советского Союза генерал-майор Валентин Станиславович Тамжевский. Войну начал старшиной 1-й статьи. Участвовал в боях под Новороссийском на Курской дуге. Иван Александрович Киселев в годы войны командовал танковым взводом. Он также герой Советского Союза. Кавалер Ордена Славы, полковник Алексей Васильевич Румянцев, с боями прошел от Можайска до Берлина. На Красной площади штандарт 1-го Украинского фронта. Он был образован в результате переименования Воронежского фронта. Соединение части под командованием маршала Ивана Степановича Конева освобождали Украину, участвовали в Житомирско-Бердичевской, Львовско-Сандомирской, Корсунь-Шевченковской операциях. Солдаты и офицеры 1-го Украинского фронта, преодолев Карпаты, блестяще провели в мае 45-го года Пражскую операцию. Прославленный летчик, генерал-полковник Василий Петрович Бобков, командует колоннами ветеранов 1-го Украинского. В парадной шеренге герой Советского Союза генерал-майор авиации Сергей Макарович Крамаренко, летчик-истребитель. Во время войны он сбил 14 фашистских самолетов. В колоннах 1-го Украинского идут летчик дальней разведки, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Иван Иванович Лезжов, командир истребительно-противотанкового дивизиона, герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иван Петрович Мартынов. Воины 4-го Украинского фронта освобождали Крым, Закарпатскую Украину, часть Чехословакии. 4-й Украинский образован в результате переименования Южного фронта. Его бойцы принимали участие в Мелитопольской, Крымской, Восточно-Карпатской и Пражской операциях. В разные годы 4-м Украинским командовали Федор Иванович Толбухин, Иван Ефимович Петров и Андрей Иванович Еременко. Сегодня впереди полка ветеранов генерал-полковник Анатолий Николаевич Клюев. В строю 4-го Украинского кавалер Ордена Славы полковник Иван Григорьевич Котов. В годы войны разведчик. Он форсировал Днепр, Южный Буг, Прут,
участвовал в боях в Карпатах, Австрии, Чехословакии. Генерал-майор Василий Петрович Заплатин в Великую Отечественную воевал в 95-й танковой бригаде Якубовского. Вы видите, как идут ветераны Второго Украинского фронта. Они освобождали Молдавию, Венгрию, Чехословакию, Австрию и Румынию. 10 мая 1945 года войска фронта встретились с американскими частями. А до этого они участвовали в битве за Днепр. Провели Кировоградскую, Уманско-Баташанскую операцию. Командир полка – генерал-полковник Евгений Сергеевич Клибернов. Он академик, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии, бывший начальник военной инженерной академии. Евгений Сергеевич начал войну 22 июня 1941 года на государственной границе. Прошел с боями до Сталинграда. Участвовал в обороне Киева и Харькова. В Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. Его товарищи по оружию, герои Советского Союза, командир полка гвардейских реактивных минометов, генерал-майор Анатолий Филиппович Коломийцев, командир инженерно-саперной роты Василий Васильевич Швец, заместитель командира полка самоходных артиллерийских установок Леонид Иокинфович Васильев также идут сегодня по Красной площади. Третий Украинский фронт был образован в результате переименования Юго-Западного фронта. Командир полка ветеранов Варфоломей Владимирович Карабушин во время Великой Отечественной войны был ротным. Генералы, офицеры, сержанты и солдаты Третьего Украинского очищали от фашистов Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Принимали участие в Днепропетровской, Одесской и в одной из самых кровопролитных за всю историю Второй мировой войны Балатонской операции. Форсировали Днепр. С октября 43 по май 44 Третьим Украинским фронтом командовал Родион Яковлевич Малиновский, а в конце войны Федор Иванович Толбухин. В колоннах сводного батальона моряков 223 ветерана военно-морского флота. Моряки внесли огромный вклад в нашу общую победу. Клятвы моряков в то время звучали как призыв. Не отступать назад ни на шаг. Ни при каких условиях не сдаваться в плен. Драться до последней капли крови. Северный флот вместе с союзниками обеспечивал связь северных районов СССР с портами западных стран. В 1942 году на него была возложена оборона полуостровов Средний и Рыбачий. Для обеспечения безопасности движения судов по Северному морскому пути была сформирована Беломорская военная флотилия. Балтийский флот участвовал в обороне Лиепаи, Таллина, Манзунских островов, полуострова Ханко, Выборгского залива и северного побережья Ладожского озера. Флот сыграл важную роль в героической обороне Ленинграда. Черноморский флот совместно с сухопутными войсками оборонял Одессу, Севастополь, Керчь, Новороссийск. На реках и озерах для создания оборонительных рубежей совместно с сухопутными войсками использовались речные флотилии – Азовская, Пинская, Чудская, Ладожская. Дунайская флотилия участвовала в освобождении Белграда, Будапешта и Вены. Тихоокеанский флот и краснознаменная Амурская военная флотилия разгромили японскую Квантунскую армию, освобождали Корею, Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-морской флот направил около 500 тысяч матросов и офицеров на сухопутные фронты, где они наводили на фашистов ужас. Гитлеровцев называли морпехов «черной смертью». Сегодня в сводном батальоне ветеранов-моряков и известный морской историк, автор ряда книг на морскую тематику, контр-адмирал Викторов Ананевич Дегало. Во время войны он воевал на крейсере «Красный Кавказ».
автомобиль. Генерал-полковника Игоря Пузанова начинает движение. Сейчас начнется современная часть парада. Парад! Верно! К торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! Бу! На пле! Чо! Равнение направо! Шагом! Марш! Парад на Красной площади по традиции открывают воспитанники Московского военно-музыкального училища. Первый выпуск музыкантов состоялся 10 июля 1940 года. Среди выпускников училища были защитники Ленинграда, участники Сталинградской битвы, штурма Берлина. Училище подготовило более 3000 музыкантов. За ротой барабанщиков государственный флаг Российской Федерации. Его несет рядовой Максим Журкин, ассистенты знаменщика ефрейтор Андрей Купцов и рядовой Павел Мухин. Знаменная рота Московского военного института несет боевые знамена частей и соединений, завоевавших победу в Великой Отечественной войне. Единственный парад, в котором не смогли принять участие кремлевцы, состоялся 7 ноября 1941 года. В тот день курсанты в полном составе под командованием полковника Младенцева в составе 16-й армии вели бои под Волоколамском. Основной задачей батальона почетного караула трех видов вооруженных сил является обеспечение встречи проводов глав государств, иностранных правительственных и военных делегаций. Рота почетного караула была образована в ноябре 1956 года по решению Генштаба, а в 1991 году на ее основе сформировали батальон почетного караула. Батальон награжден грамотами президента Российской Федерации. У стен Кремля полк воинов-освободителей в форме солдат Великой Отечественной войны, курсанты военно-технического университета Федеральной службы спецстроительства при правительстве России. 33 года назад в подмосковной Балашихе было создано Московское военное училище гражданской обороны. Училище несколько раз меняло название, и теперь это университет. Выпускники учебного заведения принимали участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Парадный расчет возглавляет кавалер Ордена Красной Звезды, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный дорожник России, участник строительства Байкало-Амурской магистрали, кандидат технических наук, генерал-лейтенант Александр Кургузов. В общевойсковой академии вооруженных сил готовят высшие командные кадры для российской армии. Пожалуй, это один из самых престижных военных вузов. Он создан несколько лет назад на основе трех учебных заведений. Военной академии имени Фрунзе, военной академии бронетанковых войск и высших офицерских курсов «Выстрел». Более 1200 офицеров академии стали героями Советского Союза и героями России. За время своего существования академия подготовила десятки тысяч офицеров, обладающих передовыми военными знаниями и практическими навыками. Около 30 из них стали маршалами Советского Союза и главными маршалами родов войск. Среди них Баграмян, Говоров, Гречка, Жуков, Конев, Малиновский, Мерецков, Петров, Рокоссовский, Тимошенко, Толбухин, Чуйков и другие. В торжественном строю слушатели военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Ее история началась около 200 лет назад с артиллерийского училища. В суровые военные годы 125 его выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, а более 12 тысяч были награждены боевыми медалями и орденами.
С 50-х годов Академия готовит специалистов для самого мощного вида вооруженных сил – РВСН. Среди выпускников Академии – министр обороны Игорь Сергеев и главком ракетных войск стратегического назначения Владимир Яковлев. Ракетные войска ни разу не принимали участие в боевых действиях, но во многом благодаря мощному ядерному оружию с нашей страной никто не пытается говорить с позиции силы. В прошлом году военно-инженерному университету, созданному по инициативе Петра Великого, исполнилось 180 лет. В его стенах подготовлены десятки тысяч военных инженеров. Здесь получили образование физиолог Сеченов, писатели Достоевский и Григорович. В годы войны 45 воспитанникам университета присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас военный вуз готовит инженерные кадры не только для вооруженных сил, но и для МЧС, внутренних и пограничных войск. Сегодня в строю преподаватели и слушатели университета, принимавшие участие в разрешении межнациональных конфликтов в Северной Осетии, Чечне, Таджикистане и других горячих точках. Для подготовки командных и инженерных кадров химических войск в 1932 году была образована Военная академия химической защиты, которая в августе 1998 преобразована в Военный университет радиационной, химической и биологической защиты. Вести качественное обучение слушателей позволяет высокий научный потенциал преподавательского состава. Здесь готовят специалистов по защите войск и мирного населения от всех видов оружия массового поражения. Помимо решения чисто военных задач, в академии разрабатываются новые лекарства, установки для производства синтетических полимерных материалов. Своими научными достижениями Академия известна за пределами России. К трибунам приближается Военно-воздушная академия имени Юрия Гагарина. Она была основана в 1940 году. Во время войны здесь по сокращенной программе готовили командный состав военной авиации. 581 летчик за мужество и героизм удостоены звания Героя Советского Союза. А прославленный военный ас Иван Кожедуб получил золотую звезду трижды. Более двух десятков отечественных космонавтов защищали дипломы именно в Военно-воздушной академии имени Гагарина. За 60-летнюю историю академическое образование в стенах вуза получили свыше 21 тысячи воинов-авиаторов. Они по праву занимали и занимают руководящие должности во всех звеньях военно-воздушных сил. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин получил образование в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. С недавнего времени это военный авиационный технический университет. Здесь готовят кадры не только для армии, но и для гражданской авиационной промышленности. Почетное место среди них занимают всемирно известные конструкторы Ильюшин, Микоян, Яковлев, Кузнецов, Туманский. Сегодня в парадном строю проходят отличники учебы, участники четырех парадов, внуки ветеранов Великой Отечественной войны, майор Сергей Погребняк, капитан Владимир Ефимов. Впереди летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Владимир Васильевич Коваленок. На площади колонна слушателей Военного университета Министерства обороны России. Современная армия нуждается не только в командирах и военных специалистах. Только здесь, в военном университете, готовят военных переводчиков, юристов, педагогов, психологов, военных журналистов и дипломатов. Парадную колонну слушателей возглавляет начальник военного университета генерал-полковник Иван Ефремов. Традиции ведущего военного учреждения продолжает его нынешнее поколение, внося большой вклад в строительство и реформирование вооруженных сил, обеспечение в них здоровой морально-нравственной атмосферы, укрепление обороноспособности страны. Многие из них за ратный свой труд отмечены боевыми наградами. Морской полк представлен курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, созданного на базе бывших Высшего военно-морского училища имени Михаила Васильевича Фрунзе и Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. 25 января 2001 года исполнится 300 лет со дня создания этого учебного заведения. При Петре I школа математических и навигационных наук положила начало светскому, среднему, а затем и высшему образованию в России. Среди выпускников морского корпуса составитель толкового словаря живого великорусского языка «Даль», композитор Римский-Корсаков, создатель первого самолета «Можайский». Около 300 географических точек на карте мира названы именами воспитанников морского корпуса. Весь личный состав 331-го гвардейского парашютно-десантного полка
98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовавший в боях в Чечне с бандформированиями, награжден орденами и медалями. Командиру полка Николаю Майорову и командиру взвода разведки Роману Щетневу присвоены звания Героев России. Девиз гвардейцев «Честь и Родина превыше всего». Полк был сформирован в годы Великой Отечественной войны, освобождал Вену и Прагу. 6 мая министр обороны маршал Российской Федерации Игорь Сергеев вручил костромским десантникам вымпел за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку. Ни одного участка государственной границы России, где бы не служили выпускники Московского военного института Федеральной пограничной службы. Многие из них сегодня руководят частями, соединениями, заставами. Для них незыблем один принцип – граница державы была и остается священной. Высокое качество подготовки курсантов в значительной мере обеспечивается современной и разнообразной учебно-материальной базой. Занятия проходят в просторных аудиториях, специальных учебных классах и кабинетах. В парадном строю института идут отличники учебы. Младший сержант Николай Клепенин, сержант Роман Жихар, курсант Алексей Дегтярев, военнослужащие, продолжающие пограничную династию, курсанты Алексей Головин, Вячеслав Галкин, Дмитрий Соколов, Сергей Григорьев, Алексей Борзов. По брусчатке Красной площади марширует полк 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского, бригады морской пехоты Балтийского флота. Боевой путь часть начала у стен Сталинграда. За мужество и доблесть, проявленные в Курской битве, полку присвоено звание «Гвардейский». За освобождение города Белосток в 44-м часть получила наименование «Белостокская». Морские пехотинцы внесли большой вклад в разоружение незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики. За мужество и отвагу более 1000 морских пехотинцев награждены орденами и медалями. Морпехи Балтийского флота уже в 17-й раз принимают участие в военных парадах Победы. Возглавляет полк Герой Российской Федерации гвардии полковник Александр Даркович. Андреевский флаг несет кавалер Ордена Мужества гвардии майор Вадим Порубай. В июне нынешнего года отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск МВД отмечает 76-ю годовщину со дня образования. Созданная для обеспечения безопасности государства, эта дивизия не раз подтверждала свое назначение при выполнении сложных и ответственных задач, поставленных руководством страны. Воины дивизии в ноябре 41-го принимали участие в параде на Красной площади. В последние годы за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, более 2000 военнослужащих награждены орденами и медалями. Десятерым присвоено звание Героя Российской Федерации. А это московские суворовцы, будущие командиры российской армии. В основе обучения и воспитания суворовцев лежат традиции российских кадетских корпусов. Главным для офицеров и преподавателей училища является воспитание молодых парнях высоких нравственных качеств, любви и преданности родине, верности конституционному и воинскому долгу, уважения к истории и традициям народа. В парадном строю 288 суворовцев. Это только часть личного состава училища. Пройти все парады за 3 года учебы в суворовской среде считается делом чести. Нахимовцы традиционно принимают участие в военных парадах в Москве и Санкт-Петербурге с 1 мая 1946 года. Нахимовское училище основано в 1944 году сразу после полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С момента образования 1000 выпускников училища стали офицерами флота. Многие из них – адмиралы, командиры подводных лодок и надводных кораблей. 45% нахимовцев, участвующих в параде, внуки и сыновья потомственных моряков. Это отличники учебы. Вице-старшина Артем Баршев, вице-старшина 2-й статьи Сергей Доронин, сын Героя России Александр Чернов, нахимовец Павел Соколов. Замыкает прохождение парадных колонн Московский военный институт. Он ведет начало от первой Московской революционной пулеметной школы, созданной в декабре 1917 года. С 1919 по 1935 годы институт находился в Кремле, поэтому курсантов этого учебного заведения до сих пор называют «кремлевскими». 4 маршала и 550 генералов получили здесь первоначальную военную подготовку.
Среди выпускников института 90 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а трое из них дважды. Один выпускник стал Героем социалистического труда, а трое – Героями России. На боевом знамени кремлевских курсантов три ордена. Кремлевцам, единственным в российской армии, предоставлено почетное право получать офицерские погоны на Красной площади. Сводный военный оркестр Московского гарнизона завершает парад маршем песней Давида Тухманова «День Победы». Руководитель оркестра Виктор Афанасьев – единственный в мире главный военный дирижер в звании генерал-лейтенанта. Сегодня оркестровый полк был разделен на три батальона для обеспечения непрерывного звучания марша по всему фронту парадного строя. В составе оркестрового полка есть коллективы, чья творческая деятельность хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Например, первый отдельный показательный оркестр Министерства обороны России, оркестр штаба Московского военного округа, Центральный концертный военно-морского флота имени Римского-Корсакова.
Так парад на Красной площади заканчивается. С праздником вас, дорогие соотечественники. Счастья вам. Пусть всегда над всеми нами спокойное небо. Мир на земле во многом зависит от нас с вами. И мы должны его сохранить хотя бы во имя тех, кто ценой нечеловеческих усилий 55 лет назад завоевал великую победу.